Друзья, всем привет! Это будет небольшой видеообзор отеля White Gold Hotel & Spa. Отель находится на первой линии. Маленький отель находится в регионе Алании, буквально 5-7 минут езды от центра Алании. В этом видео, как обычно, мы с вами посмотрим территорию, номерной фонд. Я вам расскажу о особенностях проживания в данном отеле, так что досмотрите данное видео до конца. В конце подведем итоги, поделюсь своим впечатлением. С вами я, Сергей Афанасьев, компания Турагент 63. Мы являемся онлайн-туристическим агентством, бронируем туры из всех городов вылета во все страны. Давайте смотреть. Итак, друзья, вот так вот выглядит у нас фасад здания. Отель находится практически на первой береговой линии. Вот мы видим дорожку, где ездят автомобили, и там прям сразу же находится пляж отеля. Вот так вот выглядит променад перед отелем. То есть это отель формата городского такого типа. Есть банкоматы, кафешки, магазины. То есть здесь можно купить все самое, как говорится, необходимое. Итак, друзья, заходим с вами на ресепшн данного отеля. Такой небольшой ресепшн. Здесь персонал далеко не весь говорит по-русски, поэтому здесь могут быть какие-то ограничения. Ну, кстати, язык жестов никто не отменял. Смотрите, достаточно светло, приятный аромат, достаточно стильный отельчик. В зоне лобби есть у нас мягкие зоны для отдыха гостей. Здесь приятная атмосфера, есть такие большие аквариумы, где плавают рыбки. Смотрите, друзья, поднявшись на первый этаж, попадаем вот такой большой светлый холл. Места очень много. И первое, что бросается в глаза, это у нас, смотрите, огромная потрясающая люстра высотой в несколько этажей, без преувеличения. Кстати, друзья, хочу сказать огромное спасибо всем нашим дорогим туристам, кто уже ранее обращался в наше агентство за бронированием тура. Спасибо за ваши эмоции, которыми вы делитесь, возвращаясь с поездок. Спасибо за ваши впечатления, а также спасибо за ваши отзывы, которые оставляете о нашей работе. Для нас, честно скажу, это важно. Нас это реально вдохновляет на нашу работу и помогает нам снимать новые видеообзоры отелей для вас. Вот, кстати, все отзывы о нашей работе легко найти в интернете. Просто забейте в поисковой строке Турагент63, там вы найдете актуальную информацию о нас. Ну и для себя примите решение, стоит вообще нам доверять или нет. Если вам нужна помощь в бронировании тура, то заходите по ссылке в описании к этому видео на наш сайт Турагент63, оставляйте заявку, мы с вами свяжемся и гарантированно подберем для вас наилучший вариант для вашего отдыха. Итак, друзья, территория данного отеля, она не то чтобы маленькая, она очень маленькая. Вот смотрите, здесь находится стеклом ресторан, сейчас покажу его. И вот перед ним находится такая небольшая зона, где можно посидеть. И здесь же находится бассейн, отдельно есть выделенная зона для купания малышей. И вот такая одна единственная горка. И вот он, пожалуйста, здесь проходит общественный транспорт. Выход на пляж идет по подземному переходу. На пляже шезлонги, зонтики, они идут бесплатно. Там у отеля есть свой пирс купания, можно с него, можно заход в море с берега. Ну, там в одном месте вырублены, чтобы плит не было. На пляже там нету бара. То есть нужно будет обратно вернуться сюда, на территорию отеля. И уже здесь в баре взять какие-то напитки. Вот. Ну, при этом есть прекрасный променад, прогулочная зона, прокат велосипедов и так далее. И красивейшая природа. Друзья, вот если выйти с вами на террасу над рестораном, то здесь есть небольшая зона такого амфитеатра. Да, вечерний здесь небольшой шоу-программа. Здесь лайтовая такая анимация. Есть бар с напитками. И вот он, в принципе, опять же, еще раз открывается вид на территорию отеля. Вот отсюда хорошо видно. То есть там пляж идет у нас песчаный. Вот. При входе в море там идет песочек чуть-чуть, а дальше уже камни, то есть практически резкий заход в море. И купание можно с пирса. Друзья, важный момент. Номера, которые вот имеют свой прямой выход на море, вот сюда, то есть это номера категории семейные, они не имеют контрактных цен с туроператорами. То есть если вам нужен большой семейный номер, то, соответственно, можно договориться при заселении в отель.
Кстати, друзья, мы расширяем штат сотрудников нашей компании. Если вы мечтаете работать в туризме или когда-то работали в туризме и хотите вновь сюда вернуться, то добро пожаловать в нашу команду. Мы будем рады вас видеть. Мы абсолютно бесплатно вас всему научим. Вы гарантированно будете тратить в 2 раза меньше времени, но при этом будете зарабатывать гарантированно в 2 раза больше, чем в любом другом агентстве. Мы ищем менеджеров по продажам в туризме онлайн. Если вам интересно данное предложение, то напишите на WhatsApp по номеру телефона, указанного внизу экрана. Ищу работу, хочу работать у вас. Номер категории стандарт, предназначен для размещения 2 взрослых плюс 1 ребенок или максимум 3 человека. Вот такой маленький санузел, светло, чисто все, аккуратно. Фен есть, мыльные принадлежности есть. Достаточно хороший ремонт. Одна большая кровать у нас двухспальная. О, какой мягкий матрасик прям. И одна спальная кроватка. Достаточно светло в номере. Хороший интерьер, хороший качественный ремонт. Мы видим с вами чайный набор, все это есть, водичка пополняется каждый день. Достаточно все хорошо. И мы видим здесь у нас выход на балкончик, есть своя мебель, есть сушилочка для белья. И, пожалуйста, такой вот боковой вид на море прекрасный. Номер категории стандарт, вот она пошла, прогулочная улочка с большим количеством магазинчиков. Друзья, и еще один вот небольшой номер. В принципе, все то же самое, только вот прямо вот в этом номере у нас есть, скажем так, еще 2 балкончика. Один балкончик там, а один балкончик вот практически с прямым видом на море. Просто простой номер с видом, просто категория стандарт. Красота. Смотрите, есть гардероб, дверки движутся хорошо, есть тапочки. Ну, соответственно, есть сейф. Друзья, вы меня часто спрашиваете в комментариях, сколько стоит тот или иной отель. Здесь, к сожалению, нет однозначного ответа, потому что на стоимость тура у нас влияет и город вылета, и количество ночей, и время года, ну и десяток других факторов. Но есть простое решение. Переходите по ссылке в описании к этому видео на наш сайт Турагент63. Там есть модуль поиска тура с актуальными ценами, с вылетом из всех городов России. Там вы легко сможете самостоятельно рассчитать стоимость вашего тура. Опять же, если у вас не получилось самостоятельно сделать, то там же на сайте можно оставить заявку. С вами свяжутся менеджеры, ответят на все интересующие вас вопросы, а также гарантированно подберут для вас наилучший вариант для вашего отдыха. Мы будем рады вам помочь. Я покажу вам, как выглядит ресторан данного отеля. То есть, смотрите, в ресторане тоже все чистенько, аккуратно, светло, видите, панорамное остекление, можно сидеть кушать с видом потрясающим на территорию, на море. Сейчас быстренько пробежимся с вами, посмотрим, что у нас кормят. То есть хлеб, булочные изделия, картошечка есть, овощи запеченные, рис, овощи, гриль для кебаб, печень на гриле, рыбка есть жареная. Пиццу готовят у нас. Это у нас запеченные овощи, это курица, это кабачки фаршированные, макароны, спагетти. Есть фрукты резанные целые, киви, яблоки, апельсины, бананы. И такое вот разнообразие кондитерских изделий, сладостей. И немножко еще холодных закусок. То есть мы видим соусы, холодные закуски, маринованные овощи, ну и, соответственно, овощи свежие, салаты. И станция чай-кофе. И бар с напитками. Алкоголь идет местного производства. Итак, друзья, подводя коротенький итог нашей быстрой инспекции данного отеля, хочу сказать, что данный отель мне понравился. Здесь был обновлен номерной фонд в 2024 году. То есть все достаточно стильное, современное, новое, качественное у отеля, прекрасная локация. Практически отель на первой линии, формата городского типа. То есть магазинчики здесь, вы любите так вот активно проводить время, гулять и не быть привязанным к отелю. Тут как раз отличный вариант. По пляжу хочу сказать, что здесь заход в море достаточно хороший. То есть есть и пирс,
и заход моря можно с берега. Для такого спокойного релакс отдыха прям отлично. Данный отель я заношу в список мной рекомендуемых. Вот, если у вас остались вопросы по данному отелю, переходите по ссылке в описании к этому видео на наш сайт Турагентшатри, оставляйте заявку, с вами свяжутся наши менеджеры, ответят на все интересующие вас вопросы. На этом все, спасибо за внимание, до встречи в следующих видео. Пока-пока.